родители, мы работали в театре опереты. А к ним я ходила через Жилянскую пешком на Красноармейскую в театр. Вот это был праздник для меня. Всегда на премьере я всегда была. Все актеры, режиссеры, у нас был частный дом, они все приходили к нам и устраивали гульбан. У моего отчима дочка была за евреем замужем. Он был актер еврейского театра, а она режиссером была в еврейском театре. Вот. У меня муж был еврей. Моя мама тяжело очень была больна. Было общее заражение крови у нее. Она лежала у нее в отделении в больнице Калинина. Мария Исааковна, Константиновская. Она была зав в больнице Калинина, это за зоопарком там, знаете. Вот. И когда мама туда попала, она ее фактически смерти спасла, потому что она уже не говорила даже уже. Вот. Поэтому утром рано мой отчим пошел к ней домой, постучал, вышла горничная. И он потом рассказывал, что когда она вышла, врач, я, говорит, встал на колени и сказал: доктор, жена умирает, уже не говорит ничего, а у нее двое детей. Глядя, что мужчина так себя, значит, трагически ведет, она говорит: идите домой, я через полчаса буду в больнице. Она сейчас есть в больнице. Они, не знаю, почему-то так сдружились, что остались до самых дней вместе. Вот у нее была дочка моя ровесница. Вот муж у нее погиб во время войны. Так что, ну, параллельно идет ихняя улица была и наша. Так всегда на праздники все всегда все вместе. Все вместе были, короче говоря. Обратилась к моей маме, что: Евдокия Григорьевна, проведите мне последний путь. Ну, она шла с такой ровесницей дочкой, и мама взяла меня тоже. Мы подошли на улицу Мельникова и остановились. Она так как кинула, где кому подойти, и она наметила немца. Потому что немец, там, полицай русский, этот украинский, и так чередовали. Благодаря тому, что она владела хорошо немецким языком, она подошла к нему и объяснила, что она украинка, муж у нее еврей, но он на фронте, вот, а я, значит, с ребенком. И он так машинально, то ли она говорила хорошо, ему понятно, он ей сразу: век, уходи. Она ушла, перешла дорогу, подошла к нам, и мы пошли все вместе. Мама ее потом отправила. Если мама ее потом отправила в скверу к бабушке, там какая-то нашлась землячка, что она знала маму мою. И она вышла на рынок и кричала, что Михайлова прячет жиделку. И надо было скоро, чтобы эта Мария Исааковна ушла, потому что, чтобы не привлечь неприятность бабушки моей. Вот такие находились люди. И этой Марии Исааковне пришлось уйти к себе на родину, в Звенигородку. Она не признавалась, что она врач. Она говорила, что она медработник, медсестра простая. Где она там устроилась, немножко работала она там, в Звенигородке. Вот. То ли уже перед самым занятием, освобождением Киева, я не помню, но она вернулась к нам. Потому что ее квартира была на Островского занята.
тот жил-то. Пока она освободилась, эта квартира, она проживала у нас. У нас был частный дом. Ну, мы дружили, короче говоря. Мама ей благодарна, что в свое время, что она ее спасала от болезни. Так и мама ей была, как говорится, благодарна ей за все. И в тяжелую минуту она была с нами.